Здравствуйте, здравствуйте, друзья мои. 23 марта. Вокруг поют соловьи. Сегодня у нас день святого праведного Павла Таганрогского, святого, которого очень почитаю. Как вы знаете, я имею счастье проживать в городе Таганроге и довольно долгое время служил в храме, где почивают его мощи. И даже когда еще учился в воскресной школе, помогал монтировать раку. Вот, раку, где должны потом были почивать его мощи. Вот. И есть что вспомнить, и чудеса благодатной помощи Божией, и исцелений. Святой, которого я очень почитаю, и поэтому в день его памяти светлой я вас с ним и с этим днем и поздравляю. Всем помощи Божией и молитв, и предстательства святого праведного Павла Таганрогского.